Так, секунду, сейчас настроить надо все. Угу. Все, спасибо. А все, ты все? А ты все? А ты лутануть можно? Покопаться чуть-чуть нельзя. Нельзя. Дайте посмотрю на пистолет. Где он? А пистолет? Вот это пистолет? Блять, нихуёво я его прокачал. Только, конечно, без глушителя, но я же как бы не собираюсь проходить стелсы, потому что это глупо. Это вообще не стелс игра. Все, я теперь заново Рэмбо. Это я, пацаны. Доброе утро. Да я. Я, вы бы хоть, блядь, попали хоть раз. Не туда. О, не туда, вот сюда. Для приличия, хоть раз бы по мне зарядили. Ах ты, сука. Ах ты, сука. Да, возможно, мне стоило пройти стелси. Уже поздно жалеть о чем-либо. Сейчас зайду на огонек. Копается, блядь, грязи. Рой, нахуй. Чернозем. Плебей. Какая нахуй? О чем вы говорите? О чем вы говорите, блядь? Лесная братва, блядь, дружи, не дружи. Кого ебет? У меня друзей здесь нет. У меня последний друг, нахуй. В первой локации погиб. Бойся меня, сука. Бойся меня. Бойся меня, враг мой. Бойся меня, друг мой. А какого хуя ты сделал сейчас? Отравленными патронами, что ли, стреляют? Ядовитые пули? Так, говорит, ей надо, мразота. А что ты их защищаешь? Ты сейчас Артема убиваешь, ты в курсах вообще? Блять, ты не понимаешь. Ты не понимаешь меня. Вот смотри, да? Окей. Здравствуйте, молодые. Даже если так, то что? Надо хоть тела. Ну что? Че будем решать? Дружить будем? Мне чат говорит, что вы свои ребята. Перезарядка! Прикройте! Охуеть можно. Они мне что, наврали? Подождите, чат мне наврал, пацаны? А-а-а, чат меня заебанутого держит. Теперь понятно. На мосту надо было дружить. Не ебу, блядь, где надо было дружить? А кого хуя, подожди, почему здесь? Почему здесь меня воскресили? Я никого не убиваю. Я бью только с руки. То есть это не убийство. Сдался уже. Сильвернейм сдался. Почему я решил, что это Сильвернейм? Не знаю, мне на секунду показалось, что он похож. Я не убиваю, я бью с руки. А это простительно. Потому что я говорю, я прежде чем уебать, я предупреждаю. Предупреждаю, уебу. Да, сами, они сами агрессируют. В этот раз я тебе не дам. Не дам меня убить. Нихуя у них здесь не сильно, целое королевство. Эльфы, блядь, лесные. Странно, пацаны, вы пишете, когда говорите, что я делаю что-то не то. Пиздец, что у вас в голове? Если игра позволяет мне это делать, значит я делаю все то. Я же не богоюзи, убивай. А, блядь, жопу, сука, ну не надо. А отыгрываю я сумасшедшего, который только о себе думает. Ну и о сосках Ани. Её вообще Ани зовут? Я просто забываю постоянно. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь, подожди, что произошло-то? Все нормально.
Просто не бейте. Лучше обоссыте. Откройте ворота. Тук-тук. Бля, проебываю хилки просто. Просто полный пиздец как. Все, открывай. Хватит шутки шутить. Это механизм, не механизм. Дырка, не дырка, не знаю. Давайте посмотрим. Да что ж такое? Да не говори. Все нормально, пацаны. Дебилы, сука, вообще не умеют в защиту. Какого хуя они сделали? Это по их мнению, блядь, забор? Все, к вам зверь ворвался. Блядь, по сторонам нахуй разбежали, сука. Щемись, гнида. И ты, сука, и ты, кто ты сейчас, кто это сделал сейчас? Блядь, беги быстрее, сука. Сука. Блядь. Они не знали просто. Они, бля, я всех с руки убью. Я убью их нахуй, пацаны. Вы знаете, как меня звали на третьем турнире? Хваран. Казуя Мишима меня звали. Сука. Не, вот то, что они в меня стреляют, это полная хуйня. Заряжай. Я-то руками дерусь. Они стреляют. Хуй? Нет, меня точно не хуй звали. Знаете, вот такой Казуя Мишима? Как кто, блядь, на него вообще полезет? Я даже не помню, сверху был кто или не был. Вот этот трос, да? Нет, это не этот трос. Еще один есть там. Тю, сука, сумасшедший. Я забыл. Что ты существуешь? Это что там? Получай, получай, твой! Расслабились. Прижал чужака! Ага, блядь. Не знаю, нахуй. В принципе, понятно, почему у них такой забор. Потому что у них здесь тросы прям, блядь, до базы. Я еду. Прячьте жены детей. Ты чё, сука? Ты чё, блядь? У меня и так на всю на исходе. Бегу, бегу. Блядь, блядь. F5 сохранить игру? А, ясно. А, ясно. Они в спину стреляют. Блядь, я точно хочу проходить через этого, блядь, бойца Tekken 3. Детей зачем прятать? На всякий случай. Вдруг не сдержусь. Да ну нахуй, пацаны, все, нет. Какой в пизду? Какой в пизду боец? Пошли не в пизду. Все, все это. Где оно? Какое из меня Казуя Мишима? Тоже. Молодой хваранг. Сейчас с этими разберусь по-быстрому. Потому что эти простенькие. На, блять, почему с прыжка не могу ебать? О, я думал, этот файтинг получше. Минус честь? Да ладно вам. Кого ебет? Это же не Dark Souls. Это же не Dark сосать. Покажись. Я тебя вижу, Вася. Хороший выстрел. Отличный выстрел. Какой стелс? Стелс это не мой стиль. Вообще-то мой, кстати, мне нравится стелс. Но здесь он какой-то кривой, или я кривой. Ты куда нахуй?
Ты как это сделал, блядь? Покажи мне эту технику. F5? Клянетесь, что это сохраняет, да? Секунду. Не могу показать. Блядь, ты че охуел? Ты че охуел, блядь? Ой, блядь. Стелс через пещеру? А, ну я сохранен уже не там. Если бы я был сохранен до встречи с вот этим, может быть, еще какой-то смысл был. Все хуево, все хуево, ясно, ясно, ясно. Ну ладно, все, в этот раз точно пройду. Затуп на 810 лет. Да нет, ты ошибаешься. Где нахуй ты в них стреляешь, если я в тебя выстрелю? Не я стреляю, это пистолет. Прекратить стрельбу, стрельбу остановить. Сдавайся. Все, это была последняя загрузка. Давай F5 нажму на всякий случай. F5. На ёпсике. Блять, да чтоб. Или сохранился просто, там нигде не написано. Ну я же вам верю, вы же знаете. Никакого стелса сегодня в мою смену. Вот тебе, сволочь! Переиграет моста и подружить с детьми леса, чем мне делать нехуй. Я вообще-то сомневаюсь, что это вообще-то, что это реально. По-моему, меня наебываете. Для чего тогда вся эта локация? Чтобы дружно бегать здесь? Ну давай, выходи. Ой, блядь, да вас там... А можно я, блядь, в решетку попаду? Да чё меня типает-то нахуй так? Ёбаный насрал. Чтоб пиратов хуярить? Да я и тех забью. Как свиней. Погнали. Умри, сука, умри, блядь. Слушайте, а можно сделать так, чтобы решетка была прозрачная? Это вообще реально? Ну, блядь, в 2019 году. Ебать, их здесь внутри немало. Этих ребят здесь немало. А еще. Блять, стрельба. Ой, стрельба, помоги мне. Куда стреляют? Все, нахуй. Все, хватит. Сейчас не то. Вот это. Погнали. Да, я скажу, что лодка плавает. Лодка плавает. Так, ну чё, стелс? Погнали нахуй. На нахуй! Ты не знаешь, где я. Я сидя стреляю. Ты что, он спиной ко мне, блядь. Ух ты, сука! Откуда? Их тут как крыс, я охуел. Блять, ну это долговастенько будет. Вот это побыстрее.
Или, сука, я умру. F5. Я успел, пацаны, я нажимал F5. Я успел. 2 минуты назад. Вы меня наебали. Никакого F5 не существует. Спасибо за стелс. Отпустил бандита и убиваешь эльфов. Вы меня развели на хуйню. Ой, блядь, ясно, ясно. Охуенно. Быстрое сохранение в меню. Блять, ну что, мод убийцы включен, нахуй, побежали. Ребята, нашего... Вашего уже нету. Здесь все мое. О, я знаю, что с этими темами. Сейчас, погодите. Не то. Так. Ага. Я всю хуйню про вас знаю, свиньи. Ваш, блядь, криптонит. Ай, блядь, сука. 2000. Отдай банку теперь. Будь добра. Будь добра, мне нужно уничтожить остальных. Это его кровь была? Ах ты, блядь. Ух ты, блядь. Ты чё? Да, я здесь. Кто меня ищет? Внизу он, смотрите! Что? Вон, видите? У костра. О, блядь, здесь с трудом могут такую сделать. Здесь смог. Перезарядка, ребята! Очень не вовремя у тебя перезарядка. Блядь, я не представляю, сука, меня эти игры всегда удивляли. А можно я просто пройду эту вот так вот здесь, да, подпрыгну и пройду? Меня эти игры всегда убивали. Мужиков 40 живет, вооруженных до зубов. Пришел какой-то хуй с горы, Тёма, Тёмыч. Альфа-самец. Разъебал без вариантов. Хороший у них ход в эту пещеру. С этой пещеры, да, можно было стелсом не башить? Ну, мне, в принципе, уже сюда и не надо. Что там быстрое сохранение? Идет запись. Этот чел хотел убить чувака, который хотел убить детей леса, чтобы потом сам убил детей леса. Ладно, похуй. Что делать дальше? Передай привет моему лучшему другу. Сейчас передам. Прочитаю донаты. Чуть-чуть попозже. Да, я здесь. Не стреляй. Это я. Вон он, там! На, получай! Угу. Экшен. Смерть, убийство. Ах ты, чё, ты такое делаешь, блядь? Отдай болт. Дай, блядь, кто меня стрелять учил? Пацаны, я кулаками лучше работаю. Ручная работа. Я считаю, вот это почетно. Стрелять мне нихуя не выходит. Ладно, в принципе, все, достаточно с вами, блядь, здесь уже провел времени. Просто пойду отсюда. Что это там? Да я. Перезаряжай!
уничтожаю! Это я. Прижал, гад! Ух ты, нахуй! Что, стоп, что-то не то сделал. Так. Птица, кто там, говорит? Вот это ворона говорящая, по-вашему? Ну, не знаю, пацаны. Я не живодер. Но вдруг она скажет чего лишнего. Ты что, видела меня, например? Убей, говорит, ее банка. У меня банок не осталось. Я не живодер, но птицам не доверяю. Блять. Видали, какой я, сука? Какой я, сука, опасный. Вася, сам себя хуею. Вот это я злодей. И вас задушил, и птицу. Птичку жалко? Она была из двух полигонов, ей-богу. Там умирать нечему было. Да, я сумасшедший. Курица-гриль теперь. Я сумасшедший убийца. Убийца. Охуеть можно. Что там за дабстеп играет? Ой, блядь, не интересует. Погнали дальше. Вася, вы чё там охуели совсем? Так, побыстрее. Отсосать яд. Да, она страдала в клетке. Я ее освободил. Ее душа отправилась в рай. Все птицы попадают в рай. Да. Да. Что теперь? Что там сохранение? Быстрое сохранение сделаем. Даже голуби? Нет, голуби навряд ли. Голуби, блядь. Вообще не верю, что голуби рождаются же какими-то живыми. Это какие-то, сука, какие-то изначально какие-то дьявольские создания. Угу. Угу, бежит, блядь. Миша. Миша, не надо. Бабушка, Баря! Баря! Бабушка! Сука, блядь, я тебя здесь тварина, блядь, понимаешь, что ты вообще не очень, понимаешь, что ты вообще никакой. Еще, сука, не получилось. Ты понимаешь, кто из нас кто? Давай разберемся сразу. Ты медведь, а я Маша, ты медведь, а я Маша, я тебя заебу до смерти. Ползет ко мне, ползет. Еще на, еще на, еще. Все твое, забирай. Вот, сука такая. Бам, бам. Блять, не помогает, не помогает. Ой, блять, зря я в птицу. Зря я в птицу выкинул один из этих. Ой, блять. Вот же зря, вот же зря. Да ёб твою мать, блядь, Миша, успокойся. Ах ты, сучий сын. Помогите, я застрял, сука. Я застрял, блядь, в лавке. О, началось. Ладно, похилиться. У меня много этой хуйни было, оказывается. Иди сюда. Блять, откуда она у меня?
20 века. Съебался. Съебался, где валялся. Давай, давай. Пробег из курятника. Ух, ой, ух, нихуя себе. Что-то он, походу, хуёво спрыгнул. Звук такой был. А, блядь. Тоже мне босс. Играешь на уровне Папича. Я не знаю, это, в какую сторону это комплимент. Но медведя я разъебал. Я его заебал, да, я просто его заебал. 2000 рублей, битва с боссом, как в Devil May Cry 3 просто. Чи в 4-м, без разницы. Алёша, о, вас и тут, и там слышно. Кстати, что у меня по патронам? Вот, столешница, сейчас мы, блядь, нашульмуем себе. Так, еще одну штучечку. Вот это мне нравится. Пожалуй... Эту хуйню я разберу. Так, подожди, арбалетные болты с разрывным конечником. Да нахуй оно надо, если медведь убивается с двух тычек. Коктейль Молотова, конечно, сильно. Давай еще чуть-чуть. Так, этого у меня больше нету. Автомата. Так, F почистить. Угу. 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 Ух, нах, наворотил. Угу. Ой, нету ничего. Жаль. Ну, все. Все, спасибо. Болт 15 сантиметров. Заряжаем. Самогонный аппарат. Все грибы проебал. Так, что мне теперь надо найти этот самый? Надо найти этот, да? Бензин. Или чего ему не хватает? Чужак, замри. Здравствуй, дитя леса. Это вот ты? Мы и снова встретились. Хотя ты, небось, не помнишь, кто тебя из воды вытащил. Киса. Меня, кстати, Олей зовут. Здравствуй, Оленька. Это не ты сейчас хозяину леса трёпку задал? Охотники наши с ним давно не связываются, а ты его вон как отделал. Силён. Сегодня, ну, сказали, что здесь чуть-чуть осталось. Вот сволочь. Прости, учитель. Спасибо, учитель. Твой друг Лёша уже на дамбе. Сказал, командир ваш ждать не будет, так что времени у тебя немного. О, да, немного. Ну прости, дай мне тебя оценить с ног. Сегодня на совете пираты заявили, что нападут на ваш поезд. Но без меня они и созывать совет не имели права. На месте стой. Раз, в два. В общем, придется, как всегда, вправлять им мозги. Но пока ну, у меня сука. Есть время рассказать. Похоже на актрису из Lost. До дамбы можно добраться. Да, точно похоже. А они все в лагере на болоте. Определенно. Они, понятно, делиться не захотят, но это не повод стрелять. Ну давай. Трухани жопа, чувырла для меня. Так что просто куда идти теперь? Им на глаза. Лара иди Крофт, по дороге да, до да, завала. Да. Спускайся так. К болоту и ищи пристань. Не толкай, ты че, ебанутый? Там и мы с Алёшей лодку одолжили. Прости, учитель. Чуть-чуть попозже прочитаю. Но остались ещё, так что разберёшься. Не успел прочитать сейчас. Ну, чужак, удачи. Спасибо. Смотри, не заставляй меня жалеть, что я вам помогла. Лёша, привет. Ха, Лёша, привет. А я тут ещё побуду. Надо за могилой учителя приглядеть. Так, ясно. Лёха, хуй соси... Кстати, чё да, она какой-то привет странный передала. Так, мне нужно куда-то хуй пойми куда. Что это за места вообще? Барнаул? Чуть не понял, подожди, я все проебал, что она говорила. В церкви Алёша, вероятно, был. Но меня не дождался. Надо попытаться его догнать по пути к плотине. Так что лучше всего вернуться на старую дорогу. Хорошо.
Все понял. Все, я вас понял. Я вас услышал. Так, шоу Рыжуля Струм-Трум озверела от лайфхаков. Превратилась в дитя леса. Наверху тарзанка? Да, я уже так пришел. Кто, сука, кто шумит? Ага, вон еще, да, одна. Ой-ой-ой! А нахуй мне это надо? И так хорошо себя чувствую. Будьте добры. Блять, мне бы просто катсцену уже посмотреть на самом деле, что там происходит с Аней, да и вообще. А вот эти перестрелки, это не мое. Я драться не люблю. Наверное, хуй пойми как пошел, но мне кажется, что там... Что там происходит? Бытовое насилие? Домашнее бытовое насилие? Ты не понял, что там? А ну нахуй. Не знаю, что, но что-то там есть, это точно. Остановиться нахуй! Остановиться, ребята! Остановиться, блядь! Ну ладно, одна минута назад, не страшно. Я слышал женские крики, я думал, избивают женщину. Хотел прийти на помощь. Вдруг бы они не справились с ней. Так, все, ох, как намаялась, я с тобой. Моя попытка номер... Сколько там? Тихо. Тихо, стелс! Блядь, не попал! Блядь, не попал! Ну ничего, сейчас попаду. В упор-то попаду, блядь. В упор-то тебе пиздец. Ва, ну они стреляют, хуёв, прям вообще, вообще, они как будто настоящими патронами стреляют. Я умираю очень быстро. Окей, стелс так стелс. Dark Souls 3 да скоро будет, после этой локации. Я думаю, я уже больше половины прошел. Один смерть, один анекдот. Только рассказывай. А мне вот что, есть варик дула заменить мне на столе, да? А у меня нет. У меня нет дула с глушителем. Но я правильно понимаю, что арбалет стелс оружие? Ага, ага. Ладно, попробуем. Этот, блядь, этот прибор ночного видения не очень меня устраивает. Не вижу нихуя из-за него. И так все тут светло. Погнали. Да ты чё? Не написано, что он этот самый, что он... Ночного зрения. А, оружие другое, пацан, да? Я скоро буду.
гад идет. Вали его! Не. Считаем до пяти. Раз. Два. Нашего убить! Да ёб твою мать, блядь. С геймпада неудобно. Ребята, нашего убили! Ты чё, угораешь нахуй? Блять. Нахуй ветки, ёб твою мать. Не, я говорить больше не буду. Разговаривать я отказываюсь разговаривать. У меня обед. Молчание. Завтрак молчание. Ничего, все равно найду. В нашем лицо меня и мышь не сбегает. Вот он, ребята! Внизу он, смотрите! Получается, картина! Не, пацаны. Зарядиться надо! Я молча. Разговор 100 рублей. Да ёб твою мать, блядь, можно я уже всё съебусь? Можно я уже от этого позора съебусь?
Да ебать твою лодку, Иисус, ну пожалуйста. Ой, хорошо, блядь, хорошо. Дай мне быстро уже пройти. Я хочу выйти из этой игры. Блядь, открытый мир. Позволь мне просто нахуй до конца дойти. Да, да. Битрейт стрима, да, наверное, следующий стрим уже повыше битрейт. А тут действительно маловастенько. Еще выше. Слышишь, не души нас. Что прям так, что-то прям так плохо. Я уже почти, почти, почти. Вот-вот и прошел. Бля, ёб твою мать. Ой. Ёбаный насрал, да помогите, я, блядь, в текстуре залип, завис. Так. А что дальше? Что дальше-то? С другой стороны, что ли, замок? На разговор? Да сейчас я, сейчас. Сейчас. Сейчас уже чуть-чуть осталось. Бенз искал? Да, что-то до этого особо не дошло. Я включил. Я включал. Светильники, рубильники, я же все сделал. Не так что-то, да? Что он делает, блядь? Не работает, да? Не работает. А почему? Я, походу, разобрался, в чем проблема. Лезет, сука, лезет. Ладно, давайте, короче говоря, пойдем в Dark Souls. Да, наверное, пойдем в Dark Souls, в танк X. Ой, блядь, подохла Аня. Так. Да, 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 хватит, я думаю, хватит. Думаю, хватит. Да, я думаю, хватит, пока что хватит. Какой нахуй метро Экзодус? Вообще, о чем речь, блядь? Ёб твою мать. Ох.